дорогие друзья из жаркой Алании. Мы продолжаем обзор магазинов Алании. И многие из вас просили сделать обзор мужского отдела магазина Роя Кундура. Поэтому сегодня мы пришли с вами в обувной магазин Роя Кундура. И я покажу вам новые модели, зимние, осенние, летние модели. Ну и, конечно же, мы посмотрим с вами цены. Как всегда, в магазине Роя Кундура, который находится на пятничном рынке в Алании, совсем недалеко от автобусной станции. Все контакты этого магазина смотрите в описании к этому видео. В этом магазине всегда есть скидки. И когда вы идете в магазин, обращайте внимание на стенды, которые стоят на улице. Именно на этих стендах вы всегда найдете качественную кожаную и обувь из кожзаменителя по скидкам. Например, сейчас на такую марку, как Polo, есть скидки, и вся обувь на этом стенде стоит 120 евро. Обувь кожаная из кожи представлена вот здесь по скидкам, и вот эта вот вся обувь стоит 150 евро. В магазине Роя Кундура представлен огромный выбор спортивной, классической и повседневной обуви на все случаи жизни из кожи и качественных материалов таких турецких фирм, как Lumberjack, Kinetic, Jump, Dexter и Libero. В магазине всегда действуют скидки и различные компании для покупателей, а особенно в межсезонье. Поэтому посетите магазин Роя Кундура, и вы обязательно найдете самую красивую, удобную и любимую пару обуви. Здравствуйте! Очень хорошая обувь. Добро пожаловать в Роя Кундура, Алания. Какие модели? Что модели там ваши? Это зимние модели. 549 лир. Новые модели. В прошлом году пользовались популярностью. Сейчас аз классик олорак шекельдер моделимиз бар. Немного классические вот такого плана мужские модели. Вот такого бунлар плана. Бунлар гели. И на бунлар на табанлар фалан эснеклиидер. Очень мягкая, упругая подошва. Конечно же, натуральная кожа. 479 лир. Бунн нормал этикет фиат бар. Ха, бунн бидас шоле. Дери каланлы бидас даа фарклы. Шуран каланлы. Шинди базы модельлерин инцедир. У некоторых моделей вот такая вот тонкая кожа, а вот в этой модели очень толстая кожа. Стоит 480 лир. Баджиксис. Без шнурков, классическая модель. На шекельде кюрк. На молнии с мехом. Стоит 469 лир. Biraz daha mesela чуть высокие, более высокие, классические на шнурках. Фермуары да var, yine aynı şekilde giyim kullanım farklı. Также на молнии и на шнурках. Вот такая очень интересная модель, в прошлом году тоже пользовалась популярностью. И цена у нее ne kadar? 499 lira. 499 lir, 500 lir стоит. Şu modeller daha dün geldi. Это новые güzel, модели, которые прибыли только вчера. Такие мягкие, мягкая кожа. Bu modelin içinde şey yok, kürk yok. Нет меха, но очень теплая. Aynı modelin. Модель. Aynı model. Original kürk. Одна и та же модель, original. Одна с мехом, кто любит с мехом, а эта модель без 570 меха. Lira fiyatları var. 569 lir стоит. Botlarımız bu senelik bu kadar. Daha farklı seçeneklerimiz gelecek kışa yönelik. Bekliyoruz on modellerimizi. Очень много разных классических моделей. Каждый сезон мода меняется. Вот такая лаковая кожа. Все это натуральная кожа. Şöyle farklı modellerimiz var yine. Şekilde bu. Много разных видов. İşlemeli modellerimiz var. Lazer kesim. Вот такой вот лазерной обработкой. Разных цветов: синие, черные, коричневые. Biraz daha spor giyim olarak şöyle bir modelimiz var. Более такая спортивная модель. Ne kadar? Bunun fiyatı 389 lira. Эта модель стоит 390 lir. Biraz daha klasik giyim ve spor klasik giyim üzerinde durduğumuz model. Для тех, кто любит что-то необычное, вот такие вот интересные тоже модели. Коричневая и серая. Все это натуральная кожа. Посмотрите, лаковая модель тоже очень-очень красивая. Вот это новые модели этого сезона. Очень легкие. Эснек. Мягкие. Юмшак. И рахат.
стоит? 439 лир. Стоит 440 лир вот эти вот модели. Все это, конечно же, натуральная кожа. Тоже новый сезон. Şekilde yeni bir sezon ürünümüz var. В этом сезоне много коричневой кожи. Lacivert var. Синяя кожа. Bunlar en başarılı olduğumuz ürünlerimizden. Это очень популярные модели, и поэтому магазин закупает их каждый сезон. Более спортивные модели, удобная обувь, тоже кожаные кроссовки. Черные, коричневые. Новый сезон. Ne kadar? Bunlar 350 lira, 349 lira. 350 lir. Bunlar 429 lira. Şu gruplar 429 lira. 430 lir. Очень популярные вот эти модели. Мягкие, натуральная кожа, ортопедические. Фирма Libera. Libera фирма, aynen. 429 lira. И стоит 430 лир. Очень красивые вот эти вот модели. Замшевые. Очень красивые. Aynı şekilde esnek. Тоже мягкие. Aynı firma, aynı ürünün diğer renk seçeneklerinde. Одна и та же модель, только есть кожаные, есть замшевые. Вот, например, такие модные на толстой подошве. Синие. Esnek, kalın olmasından dolayı hem esnekliği var, hem rahatlığı var. Несмотря на то, что толстая подошва, они и мягкие, и очень-очень удобные. Турецкая марка Free Food тоже очень удобная, ортопедическая, мягкая. Обратите внимание на эту марку. Новый сезон в этом году. Тоже вот такая модель мягкая. Синие и черные. Тоже новая модель, каучуковая подошва. В прошлом сезоне этих моделей не было, и очень много тоже разных цветов этих моделей. Ne kadar? 379 lira. 380 лир. И марка Libera. Обратите на эту турецкую марку тоже внимание. 5 renk var. Bunların hepsi yeni geldi. Есть 5 цветов, тоже новый сезон. Yeni sezon марка Libera. Марка Libera. Много новых классических моделей. Şu tarz modellerimiz var. Вот это прям очень классические модели. Фирма Libero. Фирма Libera. Şu tarz bir şey var. Üzeri dikişsiz, sade. Модель совершенно без. Taraklı ayaklar için çok güzel, uyumlu. Без швов. Tarak olarak geniş. Очень широкий здесь подъем. Yumuşak deri. Очень мягкая кожа. Rahatsız etmez. И, конечно же, за счет этого удобная модель. Есть вот такие вот модели. Черная и коричневая. Biraz tarz üzerinde şu şekilde bir ürünümüz Кто var. Кто любит что-то необычное, вот с такой вот лазерной... Örgülü. А, плетеные модели сейчас Original очень... Original Fosco diye bir marka. Марка Fosco. Fosco. Тоже очень интересные модели. Стоят... 380 lira. 380 lir. Bu tür ürünlerimizden Новые var. Классические модели. Классические модели, цена на классические модели от 200 до 430 лир. Mesela bu ürünümüz var. Bu ürünümüzün en 250 lira fiyatı var ama buna benzer. Вот эта модель var. Стоит 250 lir, на нее похожая. Например, вот такая Bunun стоит 380 lira. 380 lir. Aynen. Похожие модели, но цены отличаются. Модель seçenekleri var. Hem uygunu olanı var, aynı modelin pahalı olanı da var. Yani iyi normal olarak gösterelim. Bu tür modelimiz var. Bu geçen senenin üzerinde Вот эта модель в прошлом году была очень популярна. Bu sene yeni modellerimiz ise bu şekilde geldi. А в этом году модель вот такая Aynen. вот. Şu şekilde. Эта модель стоит 400 lira. 400 лир. Очень много моделей фирмы Grader. Новый сезон. Вот такие модели в этом сезоне. Bunlar yeni gelen ürünlerimizden Grader'in. Hem rahatlığı var, yine esneklik. Taban rahatlığı var, memory foam taban bunların taban kısımları. Очень удобная стелька, мягкие. Taban olarak esnekliği var. 380 lira fiyatı var. 380 lir. Есть также кроссовки вот такого плана. Grader markanın yine Original. Новые модели марки Grader. Сколько стоят кроссовки? Bunların fiyatları 329 lira. 330 lir стоят кроссовки и много разных видов. Yine kibar ve narin duran bir modelimiz Grader'in. Вот такая простая спортивная модель, кожаная. Esnek.
Мягкая, удобная. Тарз бир моделимиз бар, биде бу шекилде. Кто любит что-то необычное, то есть вот такая вот модель. Бунун фияты 449 лира. 450 лир стоит эта модель. И вот такая вот более спортивно-классическая, тоже фирмы Грейдер. Тарз бир моделимиз бар. Есть интересные модели, кто любит что-то совершенно необычное, вот такие вот интересные модели, тоже фирмы Грейдер. Free Food olarak şu markalardan var, yine şu modellerden var. Marka Free Food. Hem şekil, dizayn güzel. Интересные модели. Renk seçenekleri de çok tatlı, çok hızlı giden renkler. Тоже интересные цвета, популярные. Libero diye diğer markamız. Марки Libero есть вот такие вот интересные модели, без шнурков. Мода olarak değerlendiriliyor şu model. Это сейчас очень модные модели. Şu model yine esnek, Free Food. Марка Free Food, тоже более такая классическая, спортивная. Ну и конечно же, Luciano Bellini. Luciano Bellini diye марка. Марка Luciano Bellini. Evet. İki rengi var. Два цвета. Кахве ве сияхе. Yine esneklikleri var. Тоже мягкие модели. Полностью кожа и стоят. 349 лир. 350 лир. Evet, очень популярна в этом году вот эта модель. Синяя, коричневая и черная. Да. Это марка Luciano Bellini. Тоже Luciano Bellini. Çok güzel. Taban olarak falan çok esnek, rahat. Очень удобная Classic, подошва. Ama rahat bir grup. Классический, но очень удобные. И стоят они? 400. 400 лир. Эта модель стоит 400 лир. Libero diye marka yine aynı şekilde. Вот такая интересная модель фирмы Libero. Модель olarak tarz duruyor. Şık giyimi üzerine. Очень красивая обувь и цвет коричневый, прям шикарный. Марка Декстер. Таван olarak esnek. Hem kokulu bir tabanı var. Kokulu. Yumuşak deri. Мягкая кожа, мягкая подошва. Şu tarzı ürün var. Вот такие вот есть цвета тоже такой же модели. Bunlar esnek yine aynı şekilde rahat. Декстер diye marka. Мягкая, мягкая, мягкая. Подошва марка Декстер. Три цвета. Да. И сколько стоит? 500. 500 лир. Стоит 500 лир. Фирма Lumberjack, новый сезон. Интересные модели. Lumberjack. Memory foam taban sistemleri yine devam ediyor. Memory foam. Ortopedik tarzı. Ортопедическая стелька. Удобная стелька. И много разных моделей и цветов. Вот такая модель черная и белая. Стоит, сколько стоят они? 259-260 лир. Вот Lumberjack такая. Yine. Тоже Lumberjack, фирма Lumberjack. Три цвета. Светлые и темные. Bunların tabanları yine esnek, hem kalın ama rahat bir kalıpları var. Толстая подошва, но удобная. Кто любит светлые с разными вставками, кто любит плотную подошву, тонкую подошву, очень много. İki modelimiz geldi, yeni sezon. Это тоже новый сезон, вот такой вот интересной подошвой. Тоже фирма Lumberjack. Сколько стоит? Bunun fiyatı hemen bakıyorum, 280 lira. Стоит 280 лир. Две новые модели этого сезона, тоже фирма Lumberjack. 280 лира. 280 лир. Spor ayakkabılarımızda en düşük fiyatlarımız 100 lira. En yüksek fiyatımız 390 lira. Firma Dockers. Bu sene çok iddialı bir model. Тоже очень популярная модель. Hafif, rahat. Легкая, удобная. Hem gösterişli. И hem de tarz. Интересный дизайн у нее. Сколько они стоят? 260 лир. Стоят 260 лир. Вот эти вот модели. Фирма Lescon. Много разных моделей фирмы Lescon. Светлая, темная, тоже очень удобные, удобные кроссовки с ортопедическими стельками. Bağcıksız olarak şu gruplarımız var. Кто любит без шнурков, есть вот такие вот модели без шнурков. Фирма Polo. Şu şekilde. Есть hem вот такие var, модели. Hem beyazı var.
светлые, темные, абсолютно разные модели. Эта модель стоит 260 лир. Фирма Hammer Jack тоже производит спортивную обувь. Пять цветов есть вот этой модели. Черные, серые. И вот это настоящая оригинальная кожа. Вот такая вот интересная модель фирмы Polo. И тоже более такая современная. Более классические модели фирмы Polo. И вот такая же светлая. Сколько стоит Polo? 220 лир. 220 лир стоит кроссовки фирмы Polo. Марка Jump тоже очень популярная, качественная марка спортивной обуви. Кто любит что-то такое цветное, вот такая модель. Или более такая спокойная модель, черная, с белой подошвой. Марка Kinetics тоже производитель спортивной обуви, качественная обувь у этой марки. Кто не любит шнурки на липучке, могут приобрести вот такую вот модель у тех, у кого высокий подъем. Модель фирмы Jump с зубчатой такой подошвой. Не скользит совершенно. И мягкая, удобная. Сияга да вар, сади сияга. Есть полностью черная модель с красной подошвой и полностью черная модель. Фирма Kinetics. Рахат, хафиф бир модель. Очень мягкая, легкая модель. Бир диар модель да шекилда, Kinetics. И вот такая более массивная модель тоже фирмы Kinetics. Сколько стоит такая? 220 лир. 220 лир. Цены на кроссовки фирмы Kinetics от 100 до 220 лир. Jump марка, я не шекил. Марка Jump. Такая более массивная модель. Стоит эта модель 208 лир. И темных моделей тоже очень много. Фирма Jump. Фирма Jump. Bunun fiyatı 175 lira. 179 lir эта модель стоит. Spor gruplarımızın en uygun fiyatı 100 lira, en pahalısı 390 lira. Помимо мужской спортивной обуви, женской спортивной обуви очень много. Фирма Lescon. Şu şekilde Jump diğer modelimiz. Фирма Jump. Şu şekilde bir renk seçeneğimiz var. Много разных цветов, от супер классического черного до Kinetics. Вот таких вот интересных моделей. Это Hafif фирма Kinetics. Несмотря на массивную подошву, она очень мягкая. Сколько стоит? 155 лир. 155 лир стоит эта модель. Так, şöyle farklı bir modelimiz var Kinetics'te. Это тоже фирма Kinetics. Lumberjack. Фирма Lumberjack. Bu renkten var, beyazı var. Есть также белая модель и вот такая розовая модель. Сияхлар. И черная. Бунлар фиятлары 280 лир. 280 лир стоит такая модель. Самые дорогие кроссовки в этом магазине, например, фирма Lescon, вот такие вот интересные модели стоят 390 лир. Белая модель черная. И черная модель. Это самые дорогие кроссовки, а так цена начинается от 100 лир. Новые модели этого сезона. Yeni sezonlar olarak. Вот такие с массивной подошвой и разными такими интересными вставками, элементами. Фирма Lumberjack. Сколько стоят? Bunların fiyatını hemen bakıyorum. 219 lira. Стоит 220 лир. Тоже очень популярная модель. Фирма Lumberjack. Светлые. Черные и вот такая вот интересная цвета морской волны модель. Вот такая же модель, только farklı белая. Modellerde, sadece bir model değil, farklı modellerimizde var bu durum. Yani 36 ile 45 numara arasında aynı modeli yapabiliriz. Очень yani много у них моделей размера от 36, 35 до 46. Polo modeli, yine aynı şekilde bağcıksız bir model. Вот это вот прям супер классическая модель кроссовок на липучках без шнурков. Здесь ягода ваш. Также есть черные.
Новая модель вот с такими вот интересными голографическими деталями. 280 лир. Kinetics'e ürünü, bayan için. Фирма Kinetics, вот такая нежная 135 модель. 135 лир. 135 лир стоит. Siyahı ve laciverti var. Есть черные и синие. Очень много кожаных ремней разных цветов. Siyah. Черные, синие, коричневые, светло-коричневые, зеленые. Ve açık mavi. И светло-коричневые. И вот такая интересная модель. Плетеная. Как будто бы плетеная. Кожа. Кожа. Полностью кожаные модели. Сколько стоят ремни? 110 лира, 120 лира, 90 лира. Değişiyor hepsinin fiyatları. Классические модели 45, 46, 47, 48 размеры. Вот такие вот модели. Eva tabanımız. Ve iç dış taban komple orijinal deri. Все полностью кожа. Внутри, снаружи, подошва. И вот такие вот большие размеры. Сколько стоят большие размеры? 400 лир. Цена вот этой модели. 390 лир. 390 лир. 390 лир. Есть и спортивные, и классические. И вот такая вот очень классическая нарядная модель. 45 размер. 45 размер. Yine bunun fiyatı da 400 lira. Стоит 400 лир. 40 ile 45 arasındaki hiçbir fark yok. Aynı numara. Sadece numaraları farklı. Очень много спор olarak var. Спортивных моделей больших размеров без. 46, 47, 48 numara. До 48 размера без шнурков. Фирма Kinetics и фирма Bu Jump. Jump. Evet. Orijinal deri olarak spor modelimiz var bir de. Спортивно-классическая модель такая. 290 lira. 290 lir. Натуральная кожа. Фирма Jump, большие модели классической. 46, 47, 48 numaralar. До 48 размера. И классические модели тоже есть разные-разные модели больших размеров. Вот такого плана. Bunlar var. Yeni geldi. Это новая модель этого сезона, недавно прибыла. И также вот такие удобные мягкие мокасины. 45-46 размеры. Ортопедическая подошва, натуральная кожа, шлепанцы и сандали мужские. 45-46 номера kadar var. От 38 до 45 размера есть модели. Сколько стоит? 280 лир. 280 лир вот такие вот шлепанцы. Можно использовать вот эту модель как шлепанцы, так и как сандали. Есть похожие модели фирмы Grader, натуральная полностью кожа. И такие же модели фирмы Lumberjack. Вот Sunna такие вот сандали Grader, удобные. Sandali, фирма Grader стоят 329 лир. 330 лир. Lumberjack. Фирма Lumberjack тоже представлена сандалями. 145 лир, кто любит. Ладжверт, сиях, гри. Добро пожаловать, Руя Кундура. Очень классно. Обувь, я обувь. Пока. Пока-пока. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно приходите в магазин Руя Кундура, а самое главное, покупайте качественную и красивую обувь производства Турции. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, всегда приходите в этот магазин, потому что здесь не только качественная обувь, но и очень низкие цены. Я с вами на сегодня прощаюсь. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, добро пожаловать в Аланию и в магазин Руя Кундура.